Я купил этот инкассатор вслепую. Там внутри могут быть бабки, но машина заблокирована. Этот инкассатор надо вскрыть! Привет, друзья! С вами снова я, Вячеслав Исмаилов, или Живия. И посмотрите, что я купил на аукционе. Реальный броневик! Ну как броневик? Это инкассаторский автомобиль с очень интересной историей. Дело все в том, что ключи от этого инкассатора остались внутри, и машина была заблокирована. То есть до содержимого этого инкассатора не добраться. И поэтому я решил эту тачку купить. Чего? Ты ее купил? Я тебе каждый день все больше и больше удивляюсь. Ты только что вот сам говоришь, ее не открыть, ничего не достать, и поэтому я ее купил. Там же внутри могут быть бабки, это же инкассаторская тачка, там же баблища. Так хоть детки, ты ее не откроешь, что ты с ней будешь делать? Пойдем, я тебе покажу. Я? Да не открою. Я не такую открывал. Друзья, я хочу напомнить вам, что у нас проходит розыгрыш, где вы можете стать обладателем новенького айфона, кучи других ништяков совершенно бесплатно. Для этого нужно сделать три простые вещи. Подписаться на наш канал Живия, перейти по ссылочке в описании или по подсказочке вот на этот видеоролик и там написать любой комментарий. И третий момент — это подписаться на наш телеграм-канал, где и произойдет розыгрыш, поэтому там лучше вам оставаться активными и следить за всем происходящим в нашей телеге, потому что там именно 10 января мы узнаем, кто станет обладателем вот этого чётенького айфона и других ништяков, таких как вот эти вот прошечки, всяких Bluetooth-колоночек, наушников попроще или крутых нормальных ушей блатных, чтобы слушать музыку и удивлять своих друзей. Ну все, подписывайтесь, переходите на ролики на телегу и смотрите ролик дальше. Не забывайте, что результаты будут в телеграм канале 10 января. И вот она, смотри, моя инкассаторская тачка. Это же настоящий броневик. И там, вот, слушай, не наврали, реально, да, ключи там лежат. Да слушай, лучше бы они наврали, что ключи там. Ну блин, что ты с ней будешь делать? Это же, тут же броня, тут же ни хрена не пробьет. Что ты с этим будешь делать? Как-нибудь проберусь внутрь и смогу добраться до сейфа. Наверняка там внутри должен быть сейф с кучей бабла. Ну, возможно, деньги-то там и есть, но ты никаким способом туда не заберешься. Это мы еще посмотрим. Да можешь ты уже наконец признать, что ты просто потратил 500 тысяч рублей на кусок металла, который, грубо говоря, запаян просто, ты его ничем не вскроешь. Родственник, закрой, я сейчас позову кое-кого, кто мне поможет в этом вопросе. Бог? И чтобы добраться до содержимого этого инкассатора, я позвал своего товарища, самого известного блогера-пиротехника на ютубе, Цимуса. Хлопхэй, халалэй, Квия, здорово, братан. Привет, дружище. Наконец-то мы встретились, ребята. Он попросил мне помочь вскрыть этот инкассатор долбанный. Там, скорее всего, будут внутри бабки, но для этого я подготовил вот такой арсенал пиротехники. Нифига себе. По-любому вскроем. Осторожно, братан. Это оставим на закусочку, ребята. Смотрите без перемоток, ролик обещает быть мега жарким. Слушай, тут у тебя и то, и третье, и десятое. Ты уверен, что мы это все сегодня будем применять? Да, все эти петарды будут на моем канале. Ребят, переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь на канал Цимуса. И у него вы увидите такие третьи, десятые. Ну а мне вот главное результат. Мне нужно внутрь пробраться. А на самом деле, ребята, такой большой грузовик раньше когда-то был моей мечтой. Какое-то время назад я и представить себе не мог, что смогу снимать такой крутой контент с такими мощными машинами для своих подписчиков. Но это все было до того, как я решил стать серьезным предпринимателем. И когда я уже занялся бизнесом по-настоящему, я сразу же узнал о банке «Точка». «Точка» — это банк для предпринимателей, который будет идти к мечте вместе с тобой. «Точка» поддержит предпринимателей на всех этапах ведения бизнеса. Этот банк берет на себя все заботы предпринимателей. Регистрацию, бухгалтерию, отчетность и налоги, а также работу с тендерами. А поддержка «Точки» не остается, оставит вас один на один с вашими вопросами и всегда вам поможет. Именно поэтому «Точка» — самый подходящий банк для старта бизнеса. Там вас ждет простая и быстрая регистрация ИП или ООО без похода в налоговую. Вы экономите ваше время и деньги, не платите госпошлину в размере 800 рублей. И вообще весь процесс происходит онлайн, не надо ждать никаких очередей. В этом банке все вопросы решаются быстро, как по телефону, так и в чате, без вот этих переключений на оператора
операторов и чат-ботов. А для моих подписчиков у меня есть промокод VIA. Благодаря которому вы получите 1 месяц бесплатно на тарифе начала или развития. Поэтому, если вы решили стать предпринимателем точно так же, как я рекомендую вам переходить по ссылке в описании и начинать свой бизнес вместе с точкой. Это реальный инкассатор? Подожди. Да, настоящий инкассатор. За сколько ты его купил? За 500 000. Ты думаешь, это отобьется? Если там внутри сейф, то там может быть и не миллионы, понимаешь? 20% мне. Че, хуй? Ни тебе, ни мне, Ревия, 5%. 5%? 5%. Просто символически просто пиротехнику отбить. Ладно, давай, может быть, может у тебя и не получится на самом деле, еще надо проверять. Да если честно, я уже сомневаюсь в этих твоих петардах, что они справятся с броней этого броневика. Я, мои петарды брали и не такое. Слушай, я по старинке, наверное, начну. Ты, может, и эксперт в пиротехнике, а я эксперт в грубой силе. Так что погнали. Смотри, а ты говоришь, бронирована. Идет. Пластины внутри, наверное. Там ни хрена ты не сделал, ты видишь? Чё? Ну чё, царапинка небольшая. Да как? Ну вот же, я же уже почти внутри. Да. Там пластина, кажется. Блин, да, там на то и там толстенный слой этого. Скажи. Скажу. Вот эта фигня, смотрите, она отгибается, вот этот металл. Он легко ломается, а там внутри в натуре бронепластина еще. Сработать должен. Надеюсь, сегодня не будет брака. Вау! Ах, блин, никакого урона. Никакого? Никакого абсолютно, ребята, урона вообще. Блин. Ну, конечно, давай. Давай, только что топором херачил, а битой-то получше будет, да? Пойдем по стеклу. Ё-моё! Ё-моё, вы чё? Это чё за жесть? Вы наконец-то смогли его хоть с мёртвой точки сдвинуть? Офигеть! Это чё такое? Это была петардочка, которым ты не доверял, Вик. Офигеть! Ну, слушай, пока внутрь мы всё равно попасть не сможем, но хоть какой-то существенный урон уже был нанесён. Офигеть, ребята, вы только зацените. Ребят, а полное видео с тестом петард этого лобаша на моем канале. Сибис. Да, ребята, здесь использовали очень много различных петард, и все вы их посмотреть можете на канале у Цимуса. Поэтому переходите по ссылочке в описании. Это ты выдумал, дурила, конечно. Нахера ты продолжаешь это делать? Не надо, без перчаток вообще не надо, я тебе говорю. Давай другой инструмент. Ну что, время для тяжелой артиллерии. Так. Не знаю, есть ли смысл вообще бить здесь? Вообще никакого смысла, потому что там броня. Здесь все, повсюду установлены бронированные плиты. Может быть, я смогу сломать здесь что-то типа замка? По замку умотаю, что-то получится. Мне кажется, по-любому, что... Так ты не по замку бьешь, дурила. Как он здесь? Так, а ты сюда бьешь. Это, прицель! Может быть, попробуй. Блин, прикол в том, что она гнется, она реально ломается, но черт возьми. А какой реакции ты ожидал другой? Ну просто нет, интересно. Она не открывается! Никак! Хотя вот здесь, может быть, можно как-то уже отогнуть. Да, надо, короче, через лобаш пробовать. Через кузов это бесполезно, надо через лобовое. Ну че? Так, что-то было вроде. Ну есть небольшое, небольшие сколы есть, надо дальше. Вау, вот это результат! Вот это уже разговор! Черт! Тяжко, так тяжко, надо какой-нибудь другой инструмент. В принципе, мне кажется, это наш путь внутрь. Короче, если эффективнее всего идет через стекло, я так и мы тоже впишусь в эту историю. И давайте топором будем стекло вырубать. Нет, что-то... Подожди, да нет, кряво идет, ты видишь? Ну, он отскакивает, он отскакивает. Как-то он неправильно бьет. Ну. А ты можешь... Стой! А переверни его. Вот так типа? Да. Конечно, это то же самое, что молотком. Так тебе в руку больше отдаст. Что ты делаешь? Да, он никакого урона не наносит. Черт. С кувалдой идет нормально. Блин, но... Цимус! Я очень сильно устаю. Два удара и все, я тупо не вывожу. Я помню, ты снимал видео «Находки во льдах». Да. И ты долбил лед киркой. Да. Ты взял кирку сегодня с собой? Даня! Есть кирка, пацаны? Даня, во, давай. Вот это уже серьезно. Она прям легкая, да. Легкая? Да, вообще нормально, сейчас пойдет. Берегитесь, пацаны. Все, у окна нету шансов. О, жесть! Ну
Да ну нафиг. Это, конечно, не лед, джентльмены. Покрепче штуковина. О! Что там? Что-то получается, я не вижу. Нет, ничего не получается. Офигеть, смотри. Жесть. Мы просто испоганили инструмент. Какого черта? Ну нафиг. Ребята, можно я попробую? Да давай, давай. Да добивай уже. Я в молодости колол дрова, работал на лесоповале. Но сейчас попробую. Почему это ты стекло? Это делал киркой? О, неплохо. Офигеть! Нормально, нормально идет. Вообще у нас есть дырка. У нас есть сквозное отверстие, походу, первое. Ну-ка, ну-ка. Да, сквозное. Сквозное. Первое сквозное, да. Тронулся, дамы и господа. Молодчина, давай пичуню. Что, у тебя руки в стекле? Это снег. Смотри, что есть! Во! Так, а ты точно уверен, что это по... Да ты совсем дуралей! Ты что, в Half-Life не играл? Я Морган Фримен! Так ты не в Half-Life, дурила! Ладно, у меня есть другой план. Помоги мне! Чего, как тебе помочь? Помоги мне залезть на эту штуку. Давай, толкай мою задницу! Так ты вот, сам справляешься! Жирная задница у тебя! Давай! Во, смотрите, здесь прикольно! О, тут люк! Даня, чекай, здесь люк! Так думаешь, вижу. Он тоже бронированный? Ну так 100%, блин, наверное. Не, так смотри, может быть, его можно открутить? Чем ты его открутить собрал? Ну типа, не знаю, или так там... Так оно же, наверное, приварено, не? Не, там болты, держи. Во, а так оно... Подожди. Оно приоткрылось! Слышь, оно сгнило там от ржавчины! А, смотри! Оно идет. Хорошо, что у меня фомка с собой была, реально. Так. Оно отходит, но открытием я это не назову, конечно, но оно двигается. А ты уверен, что это так надо делать? Так она, это же деревянная киянка, что ты здесь делаешь? Да блин, вы что все такие умные? Вот есть железная. Так, давай. Блин, я только краску соскабливаю с этого броневика. Черт, а. Ого, это мачете! Ну это не совсем мачете, это что-то типа бла-бла-бла, такая штука. Мочила. Ой, здесь герметик, его можно срезать. Смотри, вон герметик, да? По всему контуру, чтобы туда в дождь не затекал, видимо. А ты достанешь его можно за него срезать, этим и может быть таким образом получится как-то туда подкопаться. Не знаю. Пока идей нету. Ну, все, что у меня есть, это то, что вот эта штука. Это бесполезный инструмент, точно. Остается только болгарка. Берегите так. Глаза, друзья. Так. Я буду срезать болты, наверное. По-другому не вижу, как это сделать. Вроде бы все подпилил. Ой, вообще идет, смотри, он уже гуляет. Давай. Он гуляет уже, этот лифт. Люфт у него жесткий. Так а ты убери, да, ногу. Инструмент сломался. Лайк, ну что такое? А, так он сдвинулся, смотри. Ага. Он вообще жестко сдвинулся. Знаешь, только ровно, я так... Кажется, что-то не было. Сорвал? Да, сорвал. Ну, что-то подпилил, что-то нет. Как бы, как обычно. О! О! Я-то спокойно туда пролезу, в чем проблема? Так, держи, короче, люк, он что-то у меня не до конца. А, вот. Так... Осторожно. Че? Ну так только не башкой вниз, ну что ты делаешь-то? Опа. И бочком, давай. Ну, я пролез. Ну что там? Так, опа. Здорово, пацаны. Как движуха? Все нормально, да? А где сейф? Что там у тебя? Не знаю. Ну я уже внутри, тут есть аккумулятор, короче. Так. Давай даже аккумулятор. Аптечка с корвалолом. Но печка, думаю, слушай, что... нормальная такая. Это вот, она работает. Слышь, печка работает. Офигеть. Кармашки какие-то. А, так все, ключи-то теперь у нас. Ты туда пролезешь? Ну, не без труда, но пролезу. Он мигает, слушай, еще. Да, короче, она, походу, исправна полностью. Этот автомобиль полностью исправен. Вот какая-то еще кнопка странная. Так, вот коробочка передач здесь. Как ее разблокировать-то? Все, ключики-то вот они. Но. Так, сейчас я разберусь, как этим всем пользоваться. Так ты что, в смысле, разберешься? Ты ключи от машины не видел да ни разу? Да тут кнопки стерты, вот кнопка с замком, наверное, это она. Опа! Все! Ништячок! Наконец-то! Блин, капец, мы так-то ослы, смотри, мы испортили нормальную тачку, а? Можно же было через верх залезть, нахрена я все разломал. А один человек говорил тебе об этом. Кто? Ну, есть один человек у тебя в команде, он обижен на тебя, кстати. О! Смотри, работает все. Ну, блин, даже если печка врубилась, то и это должна врубиться, да? Так, подожди, надо заберите. Что такое? Все, держи.
О! Эй! Завелась! Ты что делаешь? Я на крыше же еще! Она на ходу! Она завелась, натуре, это же вообще кайф! Давай, держись там, братан! Да слышишь, держись, ты чё охерел? Все нормально! Поехали! Чисто мужички на кабриолете меня катают! Все нормально, все хорошо! Удержаться бы, сука! Тихо! Вообще, ой, там КамАЗ! Данька, держись! Так я и так держусь! Да блин, тут еще КамАЗы повсюду, да ё-мо! Все, я застрял к чертям собачьим! Не знаю, я вообще кайфую, блин! Сцепление такое кайфовое! Здесь все вообще нормально! Тут даже типа все работает вообще без да проблем! Да забей ты на это! Почему? Ты же за деньгами сюда приехал и меня сюда ради этого притащил! Блин, точно! И кое-кто 5% мне должен! Сколько? 5? А мне 2! Тебе мы вообще ни о чем не договаривали. Пошел ты! Ау! Какого черта? Так-то реально, пацаны, что за фигня? Блин, тут же должна какая-то камера хранения быть, а тут просто сиденье. Я не знаю, может тут здесь была камера, ее, короче, вынесли. Нифига, смотри. Здесь огромная железная перегородка еще. Судя по всему, сейф и самое ценное как раз-таки за этим корпусом. Блин, офигеть. И они на болтах. Ты смотри, какие болты здесь все... Они на болтах и приварены. Они приварены. Потому что вот она, сталь-то. Вот, я там долбился, там вот эти бронепластины. Блин, мне то сломали. Блин, а здесь-то теперь мы хоть сможем как-то... Вот тут замок какой, кстати. Да, вот зацените, офигеть. Это же просто жесть. Поэтому мы сюда так просто не могли попасть. А с той стороны, поди, тоже еще жестче замки, если там хранилище. Черт, блин, в натуре. Блин, мы сможем вообще этими кирками это все одолеть? Кирками, но... может быть, и нет. Надо что-то смотреть, надо что-то пожестче думать. Да, Даня? Давайте думать, как ее открывать. Не знаю, я тут долбился сколько раз. Так попробуй вам тихо, я... вот подальше туда. Пробить. Да там тоже заблокировано, блин, все. Все ходит ходуном, но там броня. То есть за этими дверьми там стопудово чувствуется еще броня. Это ты так ее почувствовал сейчас, да? Да ты еще не слышишь? Там такой мощный глухой звук внутри. Ну вот. Что-то же почувствовал. Это просто металл. Не... О, нормально идет. О, пошло. Блин. Почти. Я зафиксировал ее. Во, давай. Почти. Вот, блин. Но у меня Фомка внутри. О! Вот так вот просто надо на. Она и не сгибается обратно. Тихо. Я помогаю. Ну что, получилось? Готово? Не знаю. Вроде да, говорят, что да. Давай. Но они. Он пропилился, но. Да, тут. А тут еще один замок, походу. Вот, здесь есть еще. То есть мы распилили вот эту часть, а там еще какая-то часть. Черт возьми. Yes! Пипец! Еще одна дверь! Нет, я так не могу, пацаны. Сейчас я кое-что принесу. Вот! Это что такое? Ща узнаешь, дружище. Ща узнаешь. Ну чё? Погнали. Ты чё, больной? Ты чё натворил вообще? Вот он наш сейф. Вот сейф, за которым мы охотились. Да. Черт, только как его теперь вскрыть? Так взорви тоже нахрен! Вариант. Только у меня больше нету, ну, этой, бабахи. Бабахи? Одна была. Бабаха одна была. Жесть. Может быть, Цимус поможет. Попробуем петардами? Не знаю. Да прекратите петарды, бабахи! Ну чё, давайте его достанем оттуда. Так. Что-то не получается, да? Не идет. Кто-то каши мало ел. О, он двигается! Помогай! Давай, как-нибудь... А, не за что зацепиться. Не подавите меня! Тихо. О, есть идея, давай! Переверни его! Давай. Тихо. Тихо. Опа. Окей. Собираешься? Давай! И давай, просто переворачивай и... Бим! Жесть! Из-за снега прозвучало, как будто он очень легкий. Да. Он мягко так упал. Нам
Теперь нужно его как-то вскрыть и получить бабло, которое там внутри. Вот если бы еще вот это работало, что шлепаешь ты? У нас инструментов целая куча, мы уже столько всего вскрыли. Самое сложное, я считаю, позади. Короче, есть одна идейка. Я много раз пахал сейфы петардами. И, короче, какая тактика? Можно его перевернуть или просто сверху мощную петарду. Она выгибает металл и уже вовнутрь. Закидываем. Конечно, может пострадать начинка, но мне кажется... У нас нет времени, давай пробуем, давай. Давай. В смысле пробуем? Ты за деньгами сюда приехал, дебилоид. Да это сейф, там ничего с деньгами не случится. Там золото. Сейф, но... это по-английски сейф, что значит безопасно. Ты опять вот это свое, типа, вот эти твои идиотские реплики, да? Нам нужно срочно, у нас очень мало времени. Давайте, давайте, ребята. О, так, Цимус, короче, план нормальный придумал. Сюда устанавливаем петарду, она взрывается, прогинает нам сейф, и мы сможем попасть каким-то образом внутрь. Так? Да, я думаю, да, она должна прогнуть, я надеюсь. Это типа самая мощная? Это самая мощная, которая сегодня есть. Окей, давай. Офигеть! Совсем сумасшедший! Смотри, она его прогнула вот здесь вот вместе. И да! Еще и дальше про это. Ну, как бы да, он открылся как будто бы не в ту сторону, но твой план сработал. Походу, сюда теперь можно что-то засунуть. Теперь, если мы используем силу этой пикарды в обратном направлении, то, мне кажется, оно реально откроется. И, короче, звучит это все как реально нормально, прикольно. Так ты посмотри, что здесь происходит! Что за хрень? Воду! Воду несите! Воду! Давай, туши его, блин! Там же что-то горит! Не принимай его! Так ты туши, выливай прям, выливай! Я выливаю! А что не тушится? Ты что за пикарда? Ты что ржешь, Цимус, твоя пикарда в натуре? Какая пикарда? Это не от нее, так не могло быть! А что это? Блин, в натуре это же могла быть защита от взлома! Ёперный театр! Блин, не помогает вообще нисколько воды. Вот дым идет и идет. Ну слушай, вторую пикарду, мне кажется, туда сунуть. Точно, вторая пикарда. Да в смысле, точно, ты же все нахрен там зажжешь, придурочный. Мы остановим этот процесс еще одной пикардой. Плюс на плюс дает минус, блин, что ли? Ребята, отходите подальше, сейчас будет жестко. Твою мать. Вау, это сработало, это сработало. Охренеть! Я тебе говорил, придурочный, ты же здесь деньги! Не, ну смотри, вот тут некоторые-то сохранились, а что внутри там? Да блин, я тебе говорил! Придурочный, ты же нахрен не трогай! Да что вы орете, как дебилы, тушите! Варя, нафига ты еще жалеек испортил? Так ты же сказал тушить, идиота, кусок! Что нам делать? Бабло, бабло, бабло! Бабки, бабки, бабки! Ребята, посмотрите, там, видимо, полка от пола. Ё-моё! Жесть! Тихо, ну, тихо, 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 ребят! Не, рано. Чё рано? $100! $100! Это, между прочим, 8000 рублей по нашему курсу сейчас. Смотри, я вот так их сюда приклею, они высохнут. И тихо, и все нормально. Да я не все сжег. Радуются тоже, да. Я не все сжег. Да не все сжег. Все, что ты не сжег, ты утопил нахрен. Ты сжег свои 95%. А, ты че? Нет. Ну смотри, ну вот что, вот эти душечки. Нет, душечки капец, она загорела. Высушить он там что-то собрался. Подожжет, наверное, снова, чтобы высушилось. Если честно, я уже не в первый раз сжигаю. Че, как высушивать-то будешь? Подожжешь еще раз, да? А, вариант. Дурила. Да не, смотри, смотри, все четко. Ё-мо, смотри, тут целое... Офигеть! Это окупит? Нет вообще? Да стопудово, надо посушить и посчитать. Да вы посмотри, да ненормально, их можно посушить и все нормально с ним будет. Как думаете, сколько? Ну скажи же, нормальные, что ты? Нормальные же бабки. Надо посушить, а потом посчитать. Гербарий из денег делаем, уйди нахрен. Бабки говорят, не пахнут, а типа нет. Короче, ребят, по факту, я согласен, что вообще не все это можно сохранить. Понятно, что, допустим, вот этой сотки ей хана, как бы. Но прикол в том, что здесь лежали и евро, и доллары, и рубли. Ну, это нормально, видимо, какой-то банкомат хотели заполнять. Да, я согласен, что вот этим 50-кам уже ничего не поможет. Их никогда в жизни никто не примет. И вот этот косарь тоже потерялся. Но здесь так много бабла, что я прикинул, вот только вот эта кучка, вот здесь у меня денег, еще вот там вот я отложил сотки, тут у меня 480-500 тысяч рублей. Прикиньте, из того, что осталось. Получается, окупили покупку инкассаторского трака. А почему? Так это же норм. Получается, вот такая мощная тачка, которая на ходу, которая кайфовая, которая мне реально понравилась. Ее можно использовать для перевозки грузов.
Она мне досталась бесплатно. Бесплатно. Ты, во-первых, эту тачку расхерачил практически. Это раз. Два. Ты это не восстановишь. Да что тут нормально? Вот деньги. Я тебе говорю, вот здесь у меня 55 тысяч рублей. Вот здесь у меня 45 тысяч рублей. Ну вот это, согласен, это мухана. Ну тут нормально. Потом, ребята, короче... 5%, брат, потом Вия сделает отдельное видео, как он будет дома стоять, сушить все эти купюры феном 5 часов подряд. Да закрой свой рот! Жёл... Сам ушёл! Короче, ребят, я согласен, что немножко я облажался. Ну мы же заработали пол ляма. И еще вот это выставка. Вот так вот чуть-чуть облажался. Так что, блин, пацаны, пишите. Ну слушайте, вот сейчас все будут опять писать, что я дебил, что это я всем сказал сжечь бабки и все остальное. И типа постоянно там в сейфах бабки сжигаю. Да. Но как их по-другому доставать? Хоть один написал? Хоть один человек написал мне, как по-другому достать бабки из сейфа? Вия, мне кажется, это уже подсудное дело, если нам кто-то в комментариях расскажет, как сейфы вскрывать. Ты не подумал об этом? Ну если ты... Короче, закрой свой рот! Заткнись, надоел ты уже, а. Заставляешь меня ругаться опять. Кстати, смотри, я всю жизнь мечтал вот так вот сделать. Опа, понял, да? О, вот тут вот. А, смотри, 6 тысяч рублей. Так они целые вообще. Да, 7 500, нормальные. Окупилась, вот так. А что, 7 500 не деньги? Ты вбухал пол ляма. Да закрой свой рот. Ладно, ребят, короче, не слушайте этого Данила, пишите ваше мнение, кто прав, а кто виноват. Обязательно ставьте лайки под этим видеороликом. Угрохили мы целый день на то, чтобы вскрыть инкассаторскую тачку. Теперь у нас есть новый автомобиль, плюс еще целых 500 000 рублей, а может быть даже и больше, и в долларах там плюс-минус сколько-то есть. Вот. Да, я 200 баксов нашел. Новый автомобиль, который уже побитый весь, 500 000 рублей, половина из которых сожжена, другая утоплена. Но ничего, мы не унываем. Да закрой свой рот. Деньги сдадим на металл. Тяжелая. Ребята, ставьте лайки обязательно. Подписывайтесь на канал, на мой, на канал Цимуса. На Даню не подписывайтесь. Он задолбал сегодня весь день. С вами был я, Вячеслав Исмаилов, или же Вия. Мы с вами увидимся совсем скоро. Пока-пока-пока.